нашим окнам больше 20-то лет. Все уже валится, ломается. Уже все старое. Нина Григорьевна несколько последних лет мечтала сменить окна на лоджии, но денег на это особых не было. 9 марта вспоминает, будто кто-то услышал о ее желании. На пороге появились двое с предложением установить новые пластиковые окна. Прям вот нагло залезли, чуть не в рот. И все понаписали, все. Я только, человек неопытный в этом смысле. И на все согласилась. Ну а кто бы не согласился, молодые люди обещали рассрочку, скидки и установку уже через 2 недели. Радостная Нина Григорьевна собралась и поехала подписывать договор. Но неожиданная рассрочка превратилась в кредит, а изначальная цена выросла на 10 тысяч. Уже после сказали, что это не рассрочка, а кредит, потому что возраст большой. Пришлось... Уже подписано все. Когда договор взяли в руки родственники, ахнули. Почти 50 тысяч рублей им придется отдать компании двери в течение года. Сумма для их бюджета существенная. Да и заказать в иной фирме стало бы раза в 2 дешевле. Мы пошли и решили отказаться. Они сказали, у нас уже замеры сделаны, мы уже все заказали, и мы уже не можем отказаться. Вчера дочь Нины Григорьевны отнесла в банк первый платеж. Между тем, окна до сих пор не установлены. Компания «Двери» постоянно переносит сроки и кормит обещаниями. Что делать в этой ситуации, пенсионерка не знает. Мама еще советскими временами живет, думает, что никто никого не обманывает. И когда стали смотреть, оказывается, расписалась уже в получении. И не написано, что это балконные рамы или лоджия. Просто пластиковая конструкция. Мы попросили адвоката взглянуть на договор, и он нашел там массу нарушений. Конечно, пенсионерка сама виновата, что подписала документ не глядя, но договор однозначно можно расторгнуть. Сроки у нас там, во-первых, не указаны, не указан чертеж. Я думаю, что в нашем случае написать претензии в 2 экземплярах, один экземпляр заверить, представить именно в компанию, которая производит окна, на втором поставить у себя отметку и требовать расторжения договора и возврата денежных средств, которых оплаченных, то есть у нас было авансирование, и тех денежных средств, которые они оплатили уже по кредиту. Ольга Патрушева, Вадим Нечаев. Наше время.